Пути-пути, это кто у нас там? Это Жужин. Это что за малыш? Наверное, сам Гречка. Это сынок мой пиздит. А я думал, у нас... молодой орды. Блин, хотел пошутить, что это Жужин говорит. Молоденький, думал, уже у нас появился в рейде. Что такое, орда сосать? И Греча, нету у меня больше сына. Слушайте, ну я до сих пор, ну, сколько раз уже рассказывал эту историю, вот даже Греча меня не удивил, если честно. Удивил меня единственный пал, нахуй, хэпал, у которого все боссы закрыты, кроме ребра, ебать. Вот это тип меня реально удивил. А вон что, на целка не был, что ли, мушафу закрывал? Объясняй обстановку. У нас только ДВ, ну, статик только стал формироваться, и у нас не хватало определенных личностей. И мы пугов добирали. И вот пришел, короче, хэпан. Вроде за него там базаря, что заебатый тип. А сумонить не можем. Ему он такой говорит, да что-то хуйня какая-то. Я, говорит, убивал-то всех. И доступ есть, говорит, и вся хуйня, говорит, или ча. Они говорят, да типа надо, типа, ну, полностью на фул пройти. А он смотрит нахуй, а у него ребро не убит. Это знаешь, это вот похожая ситуация была. У меня есть знакомый один в Джоках. У него на твине Джайна была убита быстрее, чем ребро. Прикинь, да, ситуация? То есть он убил эту Джайну на нем, но он не убивал ребро. Абсурдно, да, звучит? Ну, я сейчас. Танк или нет, я что-то не понимаю, Тим Бич. Нет, я еще. Так спекайся, ты что, я должен в одного этих трех мобов включить? А, слышь, Войт, ты тут? Ну, это я и есть. Ты потом не офайся, попиздеть надо. Надеюсь, ну, не про меня что-то. Да ничего плохого. Кого кикать будем в гильдии? Кого кикать? Так, я говорю, все хорошо, это без залуп, там просто это советик небольшой. Миша, ты тут? Слушай, такой вопрос. Смотри, у нас по расписанию там стоит Грульмагигер в 6:30. Лёха вчера говорил, что Око будет сегодня. Да. Каким образом мы что делаем в итоге? Мы вначале Грульмагик закрывать будем? Я без понятия. Но Око будет сегодня. Вот мне просто скорее интересно. Скорее всего, вы закроете быстро этот Грульмагик и пойдете. Просто Грульмагик стоит на 6:30, а РТ как бы у нас в 6 начинаться должен. Вот мне интересно стало. Ваша, может, это по-любому проснется, если спит. Блин, надо баг-репорт писать, а то у меня Халеон не воспринимает мои... Я стою маршрут топором прям в упор к нему, а ему нас... Халеоне не надо в упор стоять. Он просто тебя всерьез не воспринимает, что ты. Не, раз понимаешь, типа, я не стою в упор, когда... Если только я подойду к нему, прям под пятку встану, то тогда вихрь пройдет, а иначе никак. Кому говорили не стоять на рендже на бабычке в раз, да, мы записали баг-репорт по этому поводу, его вроде приняли на исправление в ближайшей обнове. Готовьтесь утать ГП, кто на рейнже не... Потому что там ОБДК также не работает, если он не прям под пузом стоит. У Алла Вихрь не работает. Короче, много чего ясного тупо не достает до него, если не стоять. А, ну все, отлично. У меня лужа достает, когда... Слышь, Кирс, а ты тут? Угу. Слушай, я хуй знает, что там этот Оуин делает, нахуй, но мне кажется, он попездывает. Короче, вчера стою такой, он там... Долоране на выебоне, типа, сколько на орке даешь? Я говорю, ну, блядь, 28, говорю. Ну, такой, нахуй, я 32, я говорю, ну, я, блядь,
тридцатку нахуй, 31 с натягом давал, блядь, только когда еще нас не порезали. Он говорит, 32. Я хуй с тобой. Ой, на роботе сколько даешь? Я говорю, 22 на роботе даю. Он, я 25, нахуй. Он что, что это? Пиздит, нахуй, походу, блядь. Или он... Я был... знаешь, учетом того, что он не в мейн составе находится, в джоках, а во втором составе. Я даже представить не могу, что у них там за демон-локи такие, что они ему дают. Ну да, он мне такие страсти рассказывает, понимаешь? А вообще дамаг такой огромный, он зависит от чего? Он зависит, во-первых, от ММа, хуэма, которые дамаг увеличивают, от локов, хуёков там. Ну, то есть от небольших нюансов, правильно? И он мне такие цифры иногда говорит. Да ебать, я вроде элем-то не лоховатый, нахуй. Да, ебашу все, что есть. Трепло, я даже уже... Я даже, знаешь, такой, знаешь, элем, ну, блядь, я даже уже такой человек, что я даже помимо препод могу какой-нибудь огненный зов ебануть, там, чтоб шок, например, больше, там, еще что-нибудь, понимаешь? И он мне такие цифры иногда говорит, я думаю, ты что вообще, и ты... А когда хожу с ним в рейд, он либо сосет, либо передамаживает меня на 700, либо на 1000, понимаешь? Либо он сосет. Вот, я понять не могу. Он мне... Тоже пиздел. Потом мы с ним пошли грульмагить гир, и он отсосал, и у меня там от 3500 ДПС. На всех боссах. Я тебе про это говорю. Я как с ним в рейд не пойду, мы либо наравне, либо он на косарь выше, либо он сосет реально на 1002, блядь. О чем по этому поводу говорит? Да ничего. Ничего не говорит, дальше, говорит. Да, в таких инстах даже кнопочки нажимать не хочет. Угу. А вот потом показывают какие-нибудь скрины на форуме 20-летней давности, блин. Где у него там 30 с хером ДПС. Да ну нахуй, 32к, вот сейчас как нам шипы порезали. Да ну нахуй, я хуй поверю. Да не может быть. Ну типа, понимаешь, как бы, для справки, у мяты столько ДПСа нету. И у сарказма. А это два самых одетых элема на нашем серваке. Ну. Это два топа элема, я знаю. И этот бич бегает, ему еще до меня-то даже расти, блядь, по одежде, нахуй. Типа, вот, у них там в разы больше статы, чем у нас. Ну, типа, чтобы он их передамаживал, да я в жизни не пойду. Да я тебе про это я говорю. Зависит от того, дадут на него там, допустим, триксы или нет. Его могут, допустим, два рога давать триксы, ему могут там ПС-ку давать. В них может Саурфанг убиваться, допустим, быстрее или, наоборот, дольше, чем у нас. И у него там... Я вчера видел скрин у мяты я с ДПСом 60к в трэш. Но это не значит, что у него просто ебануто. Смотри, у меня была одна теория, как он мог дать 32к. Рассказываю. Ходил в ВК-10, и вот этот промежуток, и вот когда ты убиваешь вот этот весь брод и потом вальки, у меня сохранились стаки. На этом бурсте я просто выдал 50к ДПСа после того, как нас порезали. И получается, то есть я просто выдал бурст, жесткий бурст, и он просто за 2 минуты, там за полторы, даже меньше, босс умер. Ты не сможешь набрать стаки перед Торфангом, у него вот, очень долгие ивенты. Ты перед сейчас не понял. Да ты мою дослушай версию, потом поймешь. Фишка в том, то, что они начали с Геры, он набрал быстро стаки, он бурстанул, и по таким ДПСам рейда он просто сдох, и у него ДПС просто не успел опуститься, и остался вот эта вот хуета на 32к, понимаешь? Если он пойдет с рейдом не одетым, хуй в жизни, я поверю, что он вообще там до 29-то доберется. Знаешь, еще есть такой вот момент. Это еще более-менее похоже на правду, на которую он говорит. Спросил мы вот как-то в рекаунте, у нас магнулся рекаунт на целка 10 хэмки. Это еще до того, как мы в штормы вступили. У нас, короче, танк, да, был этот протик. Старый, вон еще лич стал. У него было написано ДПС к концу боя 1.5 миллиона. Именно ДПС. А у нас у всех, типа, ну вообще, да. Ну прикинь, да? Там 1015 это тогда считалось хороший ДПС. Поставьте кто-нибудь мамонта потом починиться, пожалуйста.
Просто смотри, на скринах же есть кто-то-то. Спроси у него, как он дает. Ну, блин, Параш, понимаешь? Его даже в мейн состав джоков не берут. Какой, вот если бы он был хорош настолько, его бы в жизни не ставили во второй состав. Ну, про кого говорите? Так. Про Аюна. Ты не думаешь, что его по времени может справиться? Бля, он круглые сутки в игре сидит. Какое ему нет, время? Нет, он нет. На двух шаманах играет. Ну чё, его время меняется только таким образом. Он с одного шамана на другого переходит. Погоди, я тебе... Поставьте я починиться. Тебе... По фулам сломан. Я тебе одно могу сказать, что Аулын, он в своем шмоте передамаживает у них этого, тотемика ихнего. Я знаю, да блин, да тотем, это знаешь, вот хуже шамана, чем тотем в плане тактики, я вообще не могу представить кого-либо другого. Вот, да чё, Рота, он, старик, гомиников убьем. Он собрал шемку, и он не знает, сколько ему дает шем. Давай-ка это, тут да. Дело не в этом. Ну, типа, понимаешь, поставь, когда он релит, окей. Чё за приход ЕП даешь? Я уже дал. А, да? Вовремя.